Рыжунечка решил помочь мне записать видео. Это очень мило с его стороны. Будет самое лучшее видео. В общем, я всем обещала апдейт по своей практике детокс на соках. Кто не знает, я ей занимаюсь уже года, по-моему, 16-го. На ютубе у меня есть целый плейлист на эту тему. По-моему, начиная с 17-го года я начала записывать видео, и по этим видео можно проследить эволюцию моей практики. И вот в этот раз еще один апдейт. Напомню, что соки я применяю. Вообще мой девиз в любой непонятной ситуации: переходи на соки, потому что приходит ясность сознания, приходят новые варианты решения каких-то задач. Эти пункты для меня самые главные, это чистота и ясность сознания, но в теле тоже большая трансформация происходит. Мне кажется, что тело вообще на другой уровень вибрации, энергии переходит вот именно когда на соках. И причем, чем дальше ты на соках, там 5 дней, 7 дней, там 10 дней, мой рекорд 21 день, тем более, ну как сказать, мир по-другому воспринимается, и себя по-другому воспринимаешь. Я не знаю, как это другими словами объяснить, кроме того, что нужно просто пробовать и действовать. Вот, а физические плюсы — это уменьшение симптомов каких-то неприятных ощущений в ЖКТ. Например, допустим, если вы переели, если это ощущение тяжести, то если на следующий день побудете на голодании и на соках, конечно, это все уйдет. Потом уходят отеки, мне это вообще очень нравится, на лице, на теле, понятное дело, и внешность меняется, кожа становится более чистой, более светлой, такой более ровной. Мне очень нравится, что уходят вот эти ощущения, допустим, какой-то, вот если поешь там, особенно какой-то вареной еды или соленой, то есть сухость, есть такое тяжелое просыпание, то есть я не каждый день ем прям идеально, и соки это все убирают. Вот, потом, конечно же, похудение, плоский живот, куда без этого, это тоже бонус, но для меня это просто бонус, да, для меня самое главное — это прям ясность сознания. У меня прям целый список выписан вот этих вот преимуществ. Да, легко просыпаться, уходит туман в голове, очень хорошая трудоспособность. Правда, нет такой трудоспособности, знаете, чтобы идти в качалку и качаться, нет. Вот у меня лично на этом энергии нет, но есть энергия какая-то более творческая, записывать видео, видео на YouTube, что-то придумывать, что-то делать. А по физической, так, я уже говорю почти 4 минуты и пока что апдейт свой не сказала, но просто для тех, кто не знает, что это за практика, я просто повторяю, для чего я ее все эти годы делаю и почему это моя любимая практика за все эти годы. Вот, да, в физическом плане очень хорошо идет гибкость. Прям я еще на шпагат не села, конечно, у меня в этом смысле тело не супер предрасположено, но гибкость идет прям классно, прям просаживаешься, если поперечный, там можно на 1 сантиметр за один раз просесть, и это очень круто. Вот, еще что, какой эффект мне нравится, это то, что очищаются вкусовые рецепторы, и потом, когда начинаешь есть, там, допустим, какой-то манго или какой-то, не знаю, ягоду, ну, что-то такое легкое, конечно, на выходе нужно есть, вот, то ты настолько наслаждаешься этим вкусом, потому что, ну, все приедается, да, даже ваше самое любимое блюдо вы не будете готовить каждый день, а когда ты проходишь вот этот детокс, просто обычная еда, там, не знаю, салат, вареная брокколи, вареная цветная капуста, гречка, воспринимается, что это такой
яркий праздник, такой фейерверк. И как раз весной этого года, когда нам всем очень требовалось, да и сейчас требуется вот эта вот моральная, эмоциональная поддержка, нахождение опоры, нахождение новых смыслов в жизни, я как раз решилась, раньше не решалась, решила запустить марафон «Детокс на соках». Два потока прошли, и были вообще очень классные отзывы, конечно же. Ну, сейчас записаться нельзя, сейчас лето, сейчас отдыхаем. Ну, вообще просто рассказываю, что, короче, эта практика очень помогает людям. И после такого долгого вступления, ну, я понимаю, что просто меня очень много новичков смотрит, поэтому я все еще раз проговариваю, зачем, для чего я это делаю. В общем, у меня мой апдейт по практике. Раньше я говорила, что я 2 недели бываю на соках раз в 2 месяца, а сейчас я перешла на неделю на соках и раз в месяц, неделя на соках. Вот, и мне это очень понравилось, еще лучше, еще более классное ощущение, настроение. И получается, за это лето я даже не 3 раза была уже на соках, а уже 4 по неделе. И вот сейчас я 2-й день на соках. Пью свой любимый клубничный пунш. Здесь всего 2 ингредиента. Рецепт есть на канале. Здесь клубника и стевия. Он не вареный, а просто немножко разогретый. Клубнику нужно потолочь вместе со стевией, процедить гущу. И вот шикарный живой напиток. Вот как раз я на соках пью вот эти вот напитки. Пью, соответственно, соки. Овощные и фруктовые. Больше всего мне нравится добавлять свеклу, потому что она прям очень хорошо прочищает, помогает прочищать кишечник. И также мой лайфхак, который я начала добавлять, когда была на продолжительных соках, 2 недели, 3 недели, у меня очень начинала сушиться кожа, и я стала добавлять растительное молоко. Миндальное, абрикосовых косточек мне нравится, кедровое. В общем, ну, в основном я пью миндальное. Вот. И, ну вот, да, у меня такие соки, можно сказать, короче, жидкое питание, да. Не совсем 100% соки, есть и напитки, есть и растительное молоко, самостоятельно, естественно, приготовленное. Вот, что вам еще сказать по поводу соков? Классное ощущение, прям обожаю его. Это, ну, для меня лично, вот в любой жизненной ситуации, еще раз повторюсь, побыть вначале, я когда перехожу на соки, я вначале первый день на голодании вообще, просто пью вот напитки, ничего не ем калорийного, то есть ни соки, ни молоко, а на следующий день уже начинаю пить, да, соки и растительное молоко. Вот, но это не сухое, это жидкое, то есть голодание на, короче, на вот таких напитках. Тоже моя практика. Вот, спасибо вам за внимание. Спрашивали меня, будут ли марафоны по сокам. Следите за обновлениями, подписывайтесь на Telegram, ВКонтакте, в всех соцсетях. Вот, и я думаю, что осенью будет такой поток. Но если будет много желающих. А так я вообще просто обожаю эту практику, и если у вас нет прям, есть, конечно, к практике противопоказания, там, болезни ЖКТ и так далее, если у вас прям нет ничего такого острого, то попробуйте, я думаю, что вам понравится, и желаю вам, чтобы вы по-новому себя ощутили во время этой практики, потому что это, ну, как жизни, life-changing experience, as for me. Как для меня. Жизнеменяющий опыт для меня. Все, ребят, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь везде, ставьте лайки и до встречи в новых видео.